Берем рубашку, завязываем ее в узел. Рубашка влажная для того, чтобы узел получился более эффективный. Мнем ее как можем. Еще сейчас завяжем. Заминаем рубашечку хорошечно. Развязываем. Видно? Угу. Рубашка помята. Берем. Фирменная вешалочка Staller. Вешаем в наш паровой шкаф рубашечку. Чтобы активировать нам цикл освежения, включаем паровой шкаф, выбираем функцию, ну, стандартная сушка, да, то есть показывается время, там, быстрая сушка 20 минут, интенсивная 59 минут и стандартная 39 минут. Нажимаем кнопочку старта. Ну и все, окончилось освежение нашей одежды, смотрим, что у нас стало с рубашкой. Сейчас пока вытаскиваю, побудем. А еще же. Вот наша рубашка. То есть основных заломов нету. Рубашка, в принципе, приглядна в нормальном виде. Да? Ну и в шкафу видно, что шкаф обрабатывался паром. То есть одежда такая тепленькая, немножко влажная. Все, выключай.